Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня с вами опять этот же аккаунт, и не просто так. Будет сегодня обзорчик максимальной прокачки героя. Я не видел этого героя здесь, ну я не смотрел созвездие, сейчас начал смотреть, потому что прокачивается аккаунт на топ-1. И посмотрел, на этом аккаунте реально дофига пятых созвездий. У меня столько созвездий на аккаунте нет, я офигел просто. Именно я имею в виду, что я имею в виду именно под пятыми, это имеется в виду, имеется в виду герои, у которых две пятерки. Две пятерки именно по созвездиям, вот посмотрите. У меня только один ворожей есть, здесь таких героев дофига, и они будут у вас на обзоре. Божество, лис уже максимальные, то есть по прокачкам тут есть, конечно, еще над чем поработать, но тут карт хватает. Я вам показал, что сегодня здесь было на обычной настолке, это просто писец, ребят. В общем, с настолкой мы разобрались, поехали посмотрим на этого героя во всей красоте, так как здесь 15-15, 10-10. Поставил специально вальс, ну не знаю, есть ли смысл вальс ставить. Ну, в принципе, уклона у нас хватает. Получается, что 18 тысяч уклонения. Довольно-таки неплохо. И точности 15, то есть от нас тоже уклоняться не будут. Ну, если взять еще вальс, учитывая, то за 20-ку перевалит. Ну и точность есть. Плюс священный суд максимальный, ну и конечно же здесь это просто песня, это просто кайф, вот когда у тебя уклоны собраны. У меня только на ворожей, остальным не падает, и это очень печально, очень и очень даже печально. В общем, поехали посмотрим на это божество на максимальной прокачке, что оно может, что оно не может, будут ли по нам попадать. Но с нашей точностью вот мы будем точно попадать. Ну, посмотрите, вот. Видно сразу же по зарядам вражеских героев. Вот на примере Зефира. Посмотрите на Зефира. Так, мы заблокировали. Но видите. Не, мы попадаем, мы конкретно попадаем. Там от хила просто столько до жопы. От ворожей и от барда, что толку от этого нету. Ну, они нас тоже слить, я думаю, вряд ли смогут. Хотя, если блочка пройдет спектром. Ого, нифига себе. Это на ком мы так просели жестко. Нифига себе просадка была. Вряд ли на отражалку мы так напоролись. Смотрите, опять. Может и на отражалку. Все может быть, кстати. На отражалке вполне вероятно, что герой может сливаться очень быстро. Так, ну-ка смотрим. Сейчас попробуем с вальсом, а потом я попробую SO втыкнуть, чтобы максималку по дефу увидеть. Что будет по максимальному дефу на героя. Так, спектр пролетел. А, тут у нас есть еще этот мастер-рун. Я смотрю, что-то нас жестко блокирует. Ну вот, посмотрите, мастер-рун. Тоже кайфовая тема. Ну, герой просто тупо обездвижен. Нифига сделать не может. Вообще песня. Ну и нас особо не сливает в такой сборке. Так, давайте еще поищем и пойдем на другие локации. А батарея не села. Второй раз пытаюсь вам записать, то свет пропал, то еще что-то. Такс. Ну, посмотрите на эти миссы. Это действительно неубиваемый герой. Если сравнивать с Мэри, небо и земля, конечно. Тут еще дополнительно у нас
Видите, нас тоже блокируют. Сейчас, кстати, столько возможностей блокировок. Героев дофига. Так, залетели. Не, ну это нереально слить. Если еще истинную веру поставить, это вообще топчик будет. Думаю, что она у него, я так не смотрел со звезды, думаю, что она у него стоит на дефе. Через нее хрен пройдешь. Ну, в принципе, на ней можно зависнуть. Вот в чем. Ух, нифига себе! Это что было? Это я опять что-то проспал, рассказывал вам. Жестко. Все-таки жестко. Так, а ну-ка давайте я уберу эту тему, поставлю все-таки. Попробую еще с истинной верой. Но видите, где-то идут непонятно. Вроде мы особо там не дамажили. У нас как-то жестко развалили. Я не видел, там спектр прошел или что. Но что-то очень быстро мы ушатались. Хотя нас особо и не пробивают, если взять вон Фрея. 80к бьет. Потолок. А вот, кстати, посмотрите, Зефир. Видно, с хорошей точностью собран. Ну, в принципе, нам этот Зефир как-то так до одного места. С нашим отхилом, но опять же, это если один на один, тут Фрея дамажит. Не, посмотрите, недомогание. Лям 400, да, у нас был отхил. Ну, это реально крутая сборка для героя. Так, нас Мэри тоже типа атакует, что ли? Да, тоже Мэри бьет даже. Ну, Зефир, видно, что Зефир с точностью. Есть точности, хватает, потому что посмотрите, как попадает. Ну, опять же, не особо много пробивает. А вот мы на Зефире, кстати, на... Вот, видите. Мы на Зефире на отражалках можем сливаться на обраточке. Если он с УЗ-шкой еще, то вполне вероятно. Не, УЗ-а не вижу, 36к прилетает, скорее всего. Вряд ли там УЗ-шка стоит. Блин, жестко. Мне нравится этот герой. Конечно, единственное, что это дефная сборка. Так, вот спектр смотрим. Круто, что я могу сказать. А в такой вариации герой не особо дамажный. То есть он у нас больше для дефа собран. То есть держать урон, держать дамаг он будет жестко. Я не знаю, надо будет на атаке фортов посмотреть, что сможет такое божество. Интересно будет на это посмотреть, но сливать-то оно, как видите, он пробивает, но, так, я не понял, что там нули, там что, истинная вера или выживание стоит, посмотрю, нули прилетают. Ну вот Зефир миссает, бывает попадает, но в большинстве случаев миссы. То есть, если вы на сегодня будете собирать героев с уклонениями, это все... вы не попадете. То есть надо вот как здесь. Вот, кстати, идеальный вариант, когда есть точность, есть уклон. Так. Попробуем здесь. Ну, просто тупо миссы. Мне нравится герой, то что он более универсальный, нежели Мэри. Если выпустить Мэри, она намного быстрее сольется. Тут есть и Даффи, и отхил. Ладно. Побежали на ПВП по локации. Посмотрим, что там. Интересно посмотреть. Он точно так же, как и я. Ай-яй-яй. Ну ладно. Вчерашняя бабулька точно так же, как и я, бегает.
на эти локации. Нету просто тупо времени. Да и желания нету, тут такие плюхи. Это просто бессмысленно. Так, есть. Вот единственное, знаете, что я вот минус, конечно, точностью этого героя может чисто питомцев добавлять. Я вот из себя делаю что-то, стараюсь универсальное, хотя седьмая чара это все-таки седьмая чара, потому что надо, чтобы герой попадал. Когда он будет просто тупо уклоняться, это одно. Если он не попадает, ну, он чисто вот как сейчас задержать противника, да. Но на PvP локациях надо убивать. И если не будет на питомцах суперпатах точности, то толку от этого героя не будет. Так, да, они задерживаются. Однозначно плюс. Но они не попадают и не сливаются, получается, на отражалке. Тоже, знаете, такой вариант. Но пройти они ее точно не пройдут. Конечно, тут такие противники у нас. Камешек отлетел. Может, кого-то и встретим сейчас интересного. Был бы у этого героя еще какой-то зональный дамаг, это было бы вообще нечто. Так как одна цель, то, конечно, есть проблемки. Тут видно даже, они тупо не заряжаются, они тупо не попадают. Но вот когда включается дамаг ее, скилл. Смотрите, чик-чик-чик. Половины героя уже нет. По 400к долбит. Сколько там, 15, по-моему, ударов. Тут как-то вообще непонятно по дамагу. А вот-вот-вот, смотрите, пошел дамаг. Как-то странно он работает, честно говоря. Очень странно. Трансформируется в валькирию. Транс. Их крит на 80%. 170 атаки 16 раз подряд. Такс, хорошо. С ареной мы вроде как бы разобрались. Давайте еще попробуем здесь. Вроде 28 прорывы. Сейчас хоть посмотрим, смогут ли они что-то сделать. Ну, без точности, я сразу говорю, если у ваших героев хотя бы минимум 15к точности не будет, вы этого героя не сольете, вы просто по нем тупо будете не попадать, как вот здесь. То есть тупо нифига не сделаете. Хоть у вас там будут все 30-е прорывы, без точности вы нифига не сделаете. То есть такой герой будет кайфово кому-то подосрать, чтобы по нем просто тупо не попадали. Вот в ЗБшке на такого героя нападешь, ты его не пройдешь. Кстати, здесь намного удобнее на айсе смотреть, на телефоне ты себе раз увеличил то, что надо, посмотрел, нежели на компе. На компе не так, кстати, видно. Там все мелкое. Тут хотя бы видно хорошо, что кому и как прилетает. Не, ну это бессмысленно. Поехали в ЗБшку, посмотрим. Вчерашние наши тесты. Интересно сейчас посмотреть. Зефир, Мэри. Вот, кстати, интересно посмотреть, что в итоге получится. Посмотрите на вот это, ребят.
Просто тупо мисс. Зефир попадает и сливается. Я офигею. Не, ну это, конечно, кайф. Мэри, вот вам, пожалуйста. Да, здесь не максимальные, возможно, 30-е, но здесь 6 героев против одного. Некрос остался. Вот, ребята, она имба. Какой-то, я не знаю, видимо. Ну, здесь нету сейчас сильных противников. Будем по чуть-чуть, я думаю, каждый день что-то смотреть, тестировать на аккаунте. Попадем в топ. Там будет повеселее, там будут посерьезнее противники. Круто. Ну просто тупо мисса. Знаете, если у меня ворожей, он не дамажит, то этот герой еще и дамажит и хилится. Конечно, тоже есть минус. Еще один. Если у вашего героя много уклонения, по нему не попадают, там Фрей, допустим, Зефир, они сами себя сливать не будут. А, и не успели чуть-чуть. Махатма всех нафиг разобрала. Минотавр, понятно, он здесь. Ничего. Хотя... Да я же забыл, здесь у них... Здесь мега крутой Минотавр. Посмотрите, что он творит. Блять, это жесть. Ну-ну-ну, давай дотащи. Красава вообще, ребята. Вот это называется, когда Минотавр в забытой просто тупо унижает. Так, давайте еще посмотрим, кто у нас еще есть. Ну, что я могу сказать? Герой на максимальной прокачке, конечно, это круто. Божество – один из таких героев, который на противодействие героям, которых нам сложно было убить. Он не будет везде этот герой тащить, но для запределья там и некоторых PvP-локаций этот герой просто топчик. Максимальная прокачка, стоит ли этого 15 скилл? Я уже показывал, рассказывал, что 14, 15 скилл, 13 скилл, там немножко больше дамага. Все, что вы получаете, это атрибуты при прокачке. Да, но как бы в плюс, но вливание таких ресурсов, если вы не прокачаете всех остальных, если вы не прокачаете всех остальных, вы этого героя не качнете. Соответственно, если вы не вольете в игру дофига денег, вы эффекта не получите никакого. Вот так вот. Поэтому тут уже вопрос больше в том, кто сколько может донатить. Да, понятно, что такие прокачки — это круто. Будете тупо заходить, нагибать без проблем. Но на примере моего аккаунта этого, мой аккаунт уже дофигища задонено, да, этот аккаунт молодой. Там 5 месяцев, и он уже такой же, как и мой. То есть разницу чувствуете, насколько сейчас проще, и он еще не заполнил даже всю полосу доната. Не, ну круто с герой смотрится тут, без вопросов. Просто тупо кайф. Какие бы там ни были прорывы, там 6 героев, которые в принципе должны... Ну, они просто не попадают там. Иногда, изредка кто-то, я смотрю, попадает, но... Ну и герой, видите, в такой сборке тоже он дамажит, но убивать особо не убивает, надо побольше дамага. Это чисто такой дефный классный вариант, который сложно будет убить. Особенно при отхиле, ну с ворожаем таким же, это будет реально жопа. Вы ничего не сделаете. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Гильдия, Асгард, Рус, АЭС сервер, welcome. Кто играет с донатами, добро пожаловать, гильдия открыта для вас, 700к+, гильдия бегает на все локации, проходит, поэтому, ну, я говорю, бегает на все локации, на битву гильдии, на атаку фортов, ребята трешуют по полной. В общем, кидайте заявочки, вступайте и ждите новых видосиков. Тут есть еще что показывать на этом аккаунте, ну, каждому по-разному. У меня, допустим, за столько карт у меня никогда не было столько созвездий пятых. Ну, я не вытаскивал их
уклонение этих, сколько я ролил, у меня только на одном ворожае выпало. Здесь же, как видите, дофигище просто. Кстати, я хочу еще глянуть его ворожае. Что у него там на ворожае? Не, ну тут... Тут хоть не такой ворожай. Все, пишите комменты. Всем удачи. Всем пока.